Поехал я на работу, значит, забыл ключи от шкафчика, чтобы переодеваться. Приехал обратно за ключами и обнаружил, что у меня тихо трет колесо. Сейчас будем разбираться, почему. Всем привет! Как вы поняли из названия, у меня что-то трет заднее колесо изнутри. Вот это вот. Поехал на работу, не доехал. И сейчас будем разбираться. Так, вот у нас как потерло. Я вам скажу, прям порядочно. Теперь смотрим, что трет. Так, нет, безопасность превыше всего. А, понятно, что трет. Смотрите, машина у меня занижена. Сейчас настрою. Вот в чем весь итог. Получается, пружина пилена, и она выскочила. Выскочила. И вот стерла. И сейчас просто закручу ее обратно. И все. И можно дальше ездить. Вот и все, дамы и господа, на этом ремонт и закончен. Как видите, сейчас. Как видите, пружина все села обратно на место. И все, и больше не будет тереть колесо. Брызгаем. Тут давно чистителя никакого не было. От всякой гадости. Почему колпачки не ставлю? Да из-за колеса. Получается, если поставлю колпачок, то он сюда не входит. Поэтому езжу без колпачков. Колеса большие. Ну, из резины большие. Потому что эта резина у меня вообще идет 195 на 60. 15. Взялся на зиму липучку, решил попробовать. Очень порадовала она меня. Понравилось. Дорогу держит очень хорошо. Вот и все. Разобрались мы, почему у нас стерло заднее колесо. Сейчас приступим к ремонту передней части. Так, вот мы и добрались до переднего левого колеса. Тут почему-то трет тормозной диск. А предыстория. Получается, ползимы машину тормозило что-то. Не мог понять, думал, примерно в задней колодке. Разбирал заднюю часть. Все было хорошо, все крутилось, все хорошо. До передней части как-то, ну, не доходило ума меня. Чтобы я разобрал его и посмотрел. Оказалось, это заклинили у меня передние суппорта. И тем самым терли постоянно диск тормозной передний. Заклинили оба. На секундочку. Поменял суппорта, поменял колодки. Но диск пришел отчасти в ужасное состояние. И сейчас почему-то что-то трет, точнее, в него какая-то железка, не пойму. Сейчас будем разбирать и одновременно потом прокачаем еще разочек.
Вот, наверное, видно на съемке то, что диск очень покоцанный. Как бы, думаю, поменяем его в следующем месяце. А сейчас нужно разобраться, почему при тормозе вот цепляет верхнюю кромку. Вот вам цена качества. Гляньте, как раскрошило. Это прям очень плохие колодки попались. Хотя брал не дешевые. То есть, кроме этого, слушай, вот вам ответ, дамы и господа, вот что трёт. Сейчас поменяем их местами, посмотрим, как поведут себя. Может, их тут что-то сломало, не знаю, какой-нибудь удар. Ну, и по-хорошему поменять нужно. Ну, если сейчас серия, так как денег сейчас нету, чтобы поменять это и это. Когда появятся деньги, мы сразу же поменяем и колодки новые поставим хорошего качества, и поставим новые тормозные диски. А, тут замены будет веселье, потому что, видите, направляющий, видно вот сюда, видно, да, направляющий спилен болгаркой варовским путем, потому что он там закис. То есть будем выбивать диск, будем пытаться выкрутить этот направляющий, чтобы потом поставить новый красивый диск. И еще, я думаю, покрасим его. Купим краску специальную, термальную, термостойку, или как правильно называют. Покрасим, и будет все красиво. Все, собираем назад. Так, ну и все, вот здесь ремонт. Очень быстро. Видос выйдет очень короткий. Сейчас позвоню жене, она выйдет, чтобы прокачать тормоза. Купил себе тормозную жидкость. Сейчас вам покажу. Самая, наверное, лучшая в мире. Это вот она, черепашка. Она испокон веков просто. Со мной ушла, я беру только ее, вообще с другими даже не сравнивал и понятия не имею, какие. Мне вот это очень нравится, очень по душе и по цене. Вот, вот этот, сколько тут, 455 грамм, отдал 145 рублей, адекватная цена и качество. Так, тестируем, шумит ли сзади. И как тормозит, прокачали тормоза. Вот она, женушка, поехала. Ну, ты тормоз нажмешь, нет, проверить? Его как бы заранее нажимать нужно, но не вкалывай сразу. Следующее видео будет обзор на вот этот петличный микрофон. Заказал с AliExpress, вот как раз звук с него и в основном писался. Так что не ругайтесь за звук.